Добрый день, вас приветствую. На сегодняшний день мы хотели бы предложить вам три вакансии для мужчин по следующим направлениям. Первая вакансия – это официант, обслуживание завтраков, ужинов и банкетов. Заработная плата от 800 до 1100 евро, в зависимости от количества отработанных часов. Вторая вакансия – это официант рум-сервис, это обслуживание гостей в номерах. Заработная плата идентичная от 800 до 1100 евро, также в зависимости от отработанных часов. Третья вакансия – это портье, помощь гостям с багажом в номер, из номера коммуникация с гостями. Заработная плата от 700 евро. В следующем ролике мы вам расскажем о вакансиях, которые мы предлагаем для девушек.